Всем привет, с вами Кейн. И сегодня мы продолжаем играть в SnowRunner. Я сюда пригнал только что вот свой, я бы сказал, скоростной тягач. Он весьма хорош, кстати. У него есть цепи на колесах, и вот он на льду не соскальзывает. Вот, кстати, я не помню, говорил я не говорил в предыдущем выпуске про, типа, как замерзшее озеро или чего-то такое. Типа, то есть вот на льду, вот, если нету цепей, то, во-первых, колеса просто пробуксовывают, заносит, куда-то несет, непонятно чего происходит, в общем. На Caterpillar'е вообще, то есть, кошмар. А вот на цепях вообще шикарно ездить по льду. Ну и плюс такой, ух ты, дорога, ездишь со льдом. На гору ехать по обледененной дороге, то есть без цепей можно и не заехать. Я взял основное задание, вот это вот, ремонт трубопровода. Вот я уже построил себе маршрут. Тут, короче, я так понимаю, можно просто будет разблокировать дорогу. Здесь стоял уже прицеп с гусеничной шейкой, и на нем было погружено две балки металла этого. То есть на каждой карте есть где-то такая же хрень, что можно взять и просто не вести с соседней карты, а привезти прямо отсюда. Потому что на этой карте нигде такого нет. Вот расклад грузов, тут дерево есть, и еще где-то тут что-то есть. Вот еще и тут кирпичи, короче, есть. Не кирпичи, это, по-моему, шлакоблоки эти. В общем, такая вот фигня. Но самое интересное, то, что я заметил в этой карте, я исследовал все вышки, но привлекло мое внимание вот это. Грузовичок, походу, застрявший. И, скорее всего, возможно, он наш будет. Почему я так решил, почему так? Просто все очень просто. Потому что, по-моему, сейчас... Вот, Аляска. Автомобилей найдено. Один из пяти. Ну, улучшений, кстати, да, тоже надо много найти. Но не знаю, где их искать. Те, которые были открыты, возможно, достать. Я все достал. Остальные, ну, не знаю, надо просто ездить по карте искать. Ну, со временем я этим тоже займусь. А вот автомобилей я бы хотел заняться этим вопросом. Ну... Возможно, это просто доп. Задание, а возможно, это будет наш следующий найденный автомобиль. Поэтому я планирую сейчас поехать туда, хотя бы просто ради интереса посмотреть, сможем ли мы его достать или не сможем, или чего там как. В случае чего... Блин, что это за знак такой-то? Там недалеко есть Caterpillar с 71-ми колесами. 71 дюйм колеса, то есть они пройдут везде и повсюду. Но я хочу подъехать туда на тягаче, посмотреть, что там как. А затем продолжу основной сюжет, вернее, начну даже основной сюжет выполнять. Ремонт трубопровода. Вот, что такое, почему застряли? Довезу я тут металлические балки. Открою путь, а потом что-то я там еще хотел, кстати. А, там, по-моему, была цистерна или чего-то такое. Я хотел просто использовать для заправки своих транспортных средств. Потому что здесь автозаправки нет, как и на болотах в Мичигане. Ну а катать Caterpillar с двумя этими тоннами топлива как-то не особо, поскольку его можно использовать в других целях. И весьма таки неплохо. Может, кстати, здесь и найду какое-нибудь улучшение. Там мне получается 8, по-моему, их еще надо.
Карту я, короче, всю исследовал, все вышки открыты, то есть в зоне, как сказать, в зоне области, где вышки покрывают обзоры, там улучшений нет, то есть надо искать по краям карты. О, а ну-ка. Обнаружен автомобиль. Ой, какой он красавчик вообще. А я могу на него пересесть? Да ты что? И пересесть можно. Ой, ой, вот это аппарат. Ой, шикарно. Я, наверное, на нем чуть-чуть проедусь. Только я не весьма понял. Полный привод. Постоянно. Тут постоянно включенный полный привод. И дифференциал, если на пониженную включить. На пониженную. Дифференциал всегда включен. Угу. Ни хрена себе, слушай, так это вообще шикарно. 200-литровый бак. Ну, блин. Так, ладно, я поеду по этой дороге дальше. Поеду по этой дороге дальше, потому что здесь. А, здесь есть, да, деревня. Ну, возможно, там есть улучшение. То есть просто проедусь, посмотрю. Я просто это предполагаю. Поскольку там нету, как вы видите, на карте исследованных мест. То есть она не открыта, она закрыта, как темная область. Ну, в стратегиях это называется туман войны. Не, ни хрена, походу, туда. Там даже новая задача. Блин, печально. Ну, что ж поделать. Тяга. Блин, а? Как так-то? Короче, это вообще просто шикарно. А если его еще протюнячить чуть-чуть там, то есть поставить подвеску, колеса там. Весьма, кстати, у меня колеса какие-то хорошие. По грязи, наверное, очень хорошо идут. Протектор такой большой. Как тракторный, что ли. Это я не могу только понять, это у него ржавчина или у него камуфляж такой. Наверное, камуфляж, я так понимаю. О, по-моему, я повернул не туда. А, или я еще не поворачивал, да? Поворачивал. Хорошо, попробуем проехать тут куда-нибудь чуть-чуть так. Вдруг что найдем. Шикарный вообще тягач. А, то есть грузовик. Надо пересесть на тягач. Блин. Хорошая вещь вообще. Топит хорошо. Так, подожди. Остановись. Так, по-моему, тут все места я исследовал, вроде какие я мог исследовать. В общем, ладно. Это, кстати, мой лафет тут стоит. Ладно, продолжим выполнять основное задание наше. На тяжелом. Не, подожди, это, по-моему, не тяжелый. Или тяжелый. Это тяжелый, по-моему, да, наш. Или это вездеход. Подожди, это вездеход. Тяжелый этот. Это Caterpillar у нас. Это вездеход, значит, у нас. На нашем вездеходе, короче, продолжим вести этот металл. Откроем путь и дальше будем смотреть, по-моему, там есть какие-то задачи, которые тоже здесь можно выполнить. То есть, как бы кампания, основной сюжет. Так, а тут же полный, да, по-моему, включен? Постоянно, да, тут же постоянно включен. Ой, что-то тяжело ему, да?
А, нет, это, наверное, после тех быстрых грузовиков. Он так вот это. Это, по-моему, он и быстро и не ездил. О, не-не-не, не застревай. Я вот только вот единственное не помню, вот эта гусеничная шейка, там, по-моему, на 4 ячейки груза, вот это же сюда же сверху уже я ничего не могу положить, то есть. Вот этот вот мой прицеп, который я здесь вот оставил, там 5 ячеек. То есть он по грузовместимости больше. Блин, что ли, катерпиллер сюда подогнать, это на буксире подтащить эту хрень. Что за бред, а? Снегу грузит. Блин, что-то слишком мы медленно едем. Ну ладно. Хотя бы пока что едем. Да Япона, мать, ну что за бред, а? Неужели такой тяжелый этот груз? Просто... Я бы рискнул бы взять кое-что побыстрее или ускорить как-то нашу грузоперевозку, но боюсь, что если я где-то чуть-чуть перекинусь, вот этот металл выпадет. И придется гнать сюда кран, поднимать этот металл. Или же просто придется везти с другой карты, с другой области этот металл. Как бы желательно не перевернуться, поскольку на этой карте металла нету. Это вот только вот на этом, на прицепе, на лафете, вот этом, на полуприцепе лежит. Специально, я так понимаю, подготовленный для такой задачи вот. Получается, это уже у меня 2 автомобиля из 5 я нашел здесь. То есть и улучшение, возможно, где-то тоже здесь найти можно. А вот чем хреновый этот гусеничный шейк, он низко расположенный. Низко как-то дорожный просвет вот этот вот. И он цепляет, в общем, в принципе, все, что может цеплять, и это сильно нас тормозит. Да ёлы-палы, а ну что ж такое?
по-моему, опасный участок трассы я прошел. Так, что у нас там дальше? Налево, да? Налево. Ну давай, давай, ну поворачивай, ну что ты? Ну-ну-ну-ну, не тормози, давай, едем, едем. Блин, а там, по-моему, уже не так уж и далеко осталось. По-моему, мы уже где-то рядышком. У меня, кстати, недалеко на соседней карте, то есть там. Буквально в нескольких минутах стоит хаммер, которым я, по-моему, улучшение доставал. То есть его тоже можно подогнать, но не знаю, не вижу пока смысла, он пока мне не нужен, поскольку у меня и так здесь 4 техники на этой карте. То есть 2 тягача получается с низким седлом, 1 грузовик, который мы только что нашли с кузовом. И Caterpillar тоже получается, он такой же, как и грузовик получается, тоже с 2 местами для груза, ячейками. Так, ну блин, что мы так вот это вот, ну вроде ж, что с тобой, а? Ну едь давай. Надеюсь, ты можешь так застрять там. О, давай, давай, давай. Подъезжаем. Трубопровод установлен. Так, спасибо. Отлично, теперь у нас есть проезд. Все есть. А, смотри. Рекомендуется скаут. А, вот для чего мне хаммер, я... Возможно, там улучшение, конечно же, есть. Но, блин, не знаю, ехать туда как-то не особо горю желанием. Ну, наверное, чуть позже съезжу в конце видео. Дальше. Выполнили мы ремонт трубопровода. Следующий, вот это вот. Северный порт. Понял. А здесь северный порт. Здесь северный порт. Блин, подожди. А здесь... Северный порт тоже, и здесь нет, вот, вот, вот это то, что я хотел. Расходники. Ну, там недалеко их можно, а блоки это отсюда можно привезти. Тогда
Бетонные блоки. Расходники. Ну туда взять катерпиллер, проехать. Да, возьмем катерпиллер. Кстати. Так, подожди, принять задание. Катерпиллер, вот он. За что? Я не понял, я только что при этот. Тут цистерна вот есть. И есть вот такая вот хреновина. Сейчас я. Вот такая вот хрень. Я не знаю, в каком задании можно будет ее куда-нибудь перевести, но я уже хочу повозить эту хрень куда-нибудь. Я не знаю, что это похоже на какую-то шахтную установку, то есть для какой-то шахты или чего. То есть там вот я смотрю, как бы кабель есть и какая-то штучка, которую можно опускать куда-то там краном. В общем, весьма прикольная вещь. Ну, в будущем, конечно, будем обязательно проходить задание, то есть попадем на это и пройдем. Так, здесь дальше. Я понял, был неправ. Да что ж ты делаешь, а? Дурацкий камень какой-то, ну. Ну, давай. Вот так вот. Сейчас еще в стол въеду, и будет хорошо. О. И вот здесь на льду мне надо повернуть, потом... Ну, короче, как-то так. Расходники. Вот расходники, там, по-моему, они одну ячейку груза занимают. То есть я съезжу просто на том новеньком грузовичке, который я только что вытащил из... Вернее, только что нашел. Я даже его не вытаскивал, просто нашел. Вообще не поворачиваю, то есть без цепей, то есть на льду это просто как это, как корова на льду. Я хотел, по-моему, цистерну куда-то там что-то перевести. А, не совсем перевести, я просто хотел заправить свою технику, точно. Ну а следующие задачки, короче, будут в Северном порту, то есть в первой нашей локации на Аляске. Тут выполним по максимуму, что можно выполнить. Даже, наверное, съезжу на тот пик, на Хаммере. А потом в следующей уже серии, наверное, перейду в Северный порт. Будем там задачи выполнять. Но там весьма карта объемная такая, как бы. Большая по месту. По размерам, но по проходимости там, в принципе, нет ничего сложного. Там, то есть, все можно было объехать еще с самого начала, то есть, на той технике, которая была у меня, то есть, не особо
нужно было искать что-то такое крутое, как вот этот Caterpillar, который я нашел уже аж в Белой долине. Так, и вот это вот начинает темнеть, что мне не особо нравится в этой игре, поскольку вот тут как-то... Ну, свет, что ли, сделан, освещение, то есть ночное мне не нравится. Слишком как-то тускло все. А фары светят так, что прям кроме фара, то есть ничего не видно. Вот в данный момент сейчас еще нормально, а вот когда уже стемнеет хорошо, так то ни хрена не видно, в общем, ни колес, ничего там, ни твоего груза. Ну, в смысле видно, но хреново, то есть... Светим, все будет видно, но не вполне красиво это смотрится. Что у нас здесь? По-моему, бетонные блоки, да? Бетонные блоки. Правильно? Правильно. Два штуки. О, вот, все, вот это вот стемнело, и все. Без фар, то есть, ни хрена вот не увидишь. Не знаю, ну давайте я проеду чуть-чуть. Но я постоянно перематываю вот это на дневное время, на утро, короче, на 6 утра. Потому что ночью здесь ехать как-то некомфортно. Ну, то есть местами прикольно, там он вышка светит огнями, то есть своими. Но мне это не особо нравится, короче, такое освещение. Хотя кому-то, может, и нравится такое, но можно было бы сделать и лучше как-то это освещение все. Рисовать. Что тебя так занесло, я не понимаю. Расходники там, по-моему, тоже по одной ячейке занимают, то есть я, в принципе, одним грузовичком вытащу все. Тут же, по-моему, да? Ну да, все правильно. Налево. А, перевести вот это вот так вот. Ну ладно, это дуб задания, это такое. Не особо интересно. Caterpillar сейчас на полном приводе. В принципе, я почти всегда использую полный привод. Потому что у него как бы есть передний привод и полный привод. А у всех остальных, в принципе, у нас обойдет только задний привод. И можно подключить передний. А тут как бы наоборот. А на полном приводе используется как бы три моста. А на неполном получается только один. И, в общем, если на грузовике там используются два моста, а передний холостой идет, то это как бы, ну, в принципе, нормально, ехать можно. Но тут чисто на одном приводе, в общем, выезжать. На одном мосту выезжать как-то не особо интересно. Uh-huh.
значит, обязательно налет или нет? Точно, ты уже забыл, откуда выехал. Там же получится. Да, там только один маршрут, по-моему. Через лед. Да, через лед. Так, ну, давай. Дрифтуем. В общем, цепи на колесах нужны. Поворачивай, ну пожалуйста, давай. Ой, ё-моё. Крутой же. Давай, поворачивай. Оп. Отлично. Сейчас уберу вот так в сторонку. Пересяду на вот этот. АНК. На 6 утра перемотаем сейчас. Оп. И поедем за расходниками. Кстати, я такой, чтобы сейчас приторбанить сюда еще и хаммер. Хаммере. О, так, лебедка что тут же есть, я так понимаю, да? Блин, хороший грузовичок, елки-палки. АНК. АНК как-то там. Ни хрена себе, на таких колесиках не проходит так хорошо. Замечательно. Так, ну поедем за расходниками, возьмем сразу же хаммер на буксир, притарабаним сразу же сюда хаммер, отцепим его там на горе. Блин, и прет так хорошо, скорость, то есть хорошая у него. И проходимость, и скорость у него, в принципе. Ага, что-то занесло, ну ничего. Блин, вообще шикарный этот грузовичок. Хорошие колеса у него, резины. Дорогу держит хорошо на гору, то есть. Блин, сейчас опять подвеску поврежу. Не, не повредил. О, а на льду? А ну-ка, как-то на льду. Ну, понятно. Как и Caterpillar. Никак. Пришла идея, а если на хаммере разогнаться и так далее, получится хорошенечко так дрифтануть. А, вот тебя несет, все, я вижу. Был неправ.
Так, это мы пока, получается, оказываемся здесь, пойдем на заправку. Не, за запчастями. А Хаммер выедет здесь. Ни хрена он не выедет, да? Ну тогда мы его перегоним вот так вот сюда, хорошо. А на обратном пути возьмем заезжающую заправку, хорошо. Кстати, тут на этой карте есть такой неисследованный как бы маршрут, получается. Ну, я проехал его на... то ли Caterpillar, то ли на чем, короче. Ну, там, в общем, ничего не было. То есть, ни исследования, ни улучшения, ничего, техники никакой не было. Поэтому просто как бы такой маршрут. Сейчас я его покажу на карте. Вот, вот это вот он сюда поворачивает. Вот он тут поворачивает, вот это вот только что мы проехали, куда я говорил, вот. И вот это вот он идет, вот так вот идет. Вот это вот все, я проехал вот это. И вот здесь за ним тоже есть, получается, вот, вот эта вот дорога. А тут я, получается, тоже проехал, вот это все исследовал. Ну, то есть там ничего нету, ничего. Никакого улучшения, или я думал, может, где-то здесь будет какое-то улучшение лежать, или... Не, ни хрена нету там. Расходники. Сейчас с расходниками будет, с грузом уже ему не так легко преодолеть все эти препятствия. Ой, колеса мне вот ему нравятся, они такие, как на... Типа как на военных грузовиках вот это вот. С такой штучкой. Я правда не знаю, что это, но... Мне нравится. Ну, я так полагаю, что это похоже на какую-то секретку или типа того, чтобы не снимать колеса, но... По-моему, это... Может быть, я ошибаюсь. Ты зараза, а? Мы заправились, да? Берем Хаммер. А, ну там труба обрушена. А если я вот так вот перееду сюда? Я ж могу... Да, точно. Вот как-то здесь я переезжал. Там, по-моему, да? Или не там? А, это, в принципе, не важно. Везде переедем. Наверное, у нас хороший с проходимостью такой. Крутяской. Блин, камера вот эта вот. А, ну да, мне еще раз придется переехать через реку. Все, я понял. Тут что ли? А, ну ладно. Просто я не помню, где-то я переезжал реку. Все было нормально. Переехали. Ну, просто где-то в другом месте я переезжал, было немножечко проще. Тут что-то я не там повернул. Так вот.
отправим туда еще и Хаммер. Хотя баки у меня полные в плане... Тихо. Резервы в этих. Ну и выхлоп у него, ё-моё. Точно какой-то армейский этот грузовичок. А Хаммер я там подвезу, по-моему, возле горы там. Оставлю. Подняться на гору. Ага, то есть... Хаммер перешел, но отцепка не сработала, то есть лебедка зацепилась. Блин, еще и на льду сейчас тут. Кстати, я ж так не посмотрел маршрут. Надо сейчас проложить, как мне ближе будет доехать. Давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не врежься. Потому что Хаммер я могу ставить просто здесь. Так. А, отсюда его заезд. То есть по-любому надо вот так вот ехать. А, я думал здесь где-то по нему. Хорошо. Значит, Хаммер прямо здесь и оставляем. Как мне туда доехать? Мне проще всего вот так вот, да? Через змейку эту. Ну хорошо, туда отстреливаем Хаммер. Поехали. Да ну блин, ну ладно, ну камушки там маленькие, ну куда там? Так, с горы надо аккуратненько. Может там бетонные блоки лежат, сейчас в них еду и... повреждения двигателя гарантированы. Да ты шо, и по такой грязюке так хорошо прошел, ё-моё. Так, здесь вот будет беда. Блин, вообще шикарно проходит. Офигенный просто грузовичок. С виду такой ни о чем, ни о чем, а так... Правда, расход топлива у него какой-то сильно такой, я бы сказал, жирный, поскольку я на том синеньком тягаче сюда доехал, так я там вообще херню меньше 20 литров потратил. Ну, если с Белой долины там и потом еще, короче, ну, то есть очень мало топлива потратил.
с учетом того, что там, по-моему, 12 цилиндров, V12 на 2600 или что-то такое там. То есть, короче, расход топлива не сильно высокий, то есть без руза, я имею в виду. А на этом, как бы, в общем, не знаю. Мощный, хороший, но расход топлива... Не-не-не-не-не. Резину, короче, надо ставить. Это фейл. Это, мать его, фейл. Да. Итак, доехал я до того места, где я зафейлил. Но больше... А, тут еще и конусы стоят. Ну, специально же для меня поставили. Больше такое вряд ли произойдет, поскольку я удалил груз, эвакуировался в гараж и поставил нормальную резину с цепями. Вернее, тут и стояла то нормальная резина, просто... Теперь с цепями, теперь я на льду уже не так, как корова на льду, а то есть нормально. Держу дорогу. Взял опять так же, в том же месте те расходники, так же сам и довез. В принципе, все нормально. Просто, ну, надо было поставить резину. Там, кстати, я в гараже посмотрел. Там есть еще движок еще помощнее, который доступен, уже открыт там. То есть сейчас стоит там, по-моему, 770, что-то такое там. А еще мощнее там стоит, по-моему, 850 можно поставить. Ну, не знаю, не вижу пока смысла. Но если я буду использовать его как четырехместный грузовик, то есть с прицепом и четыре места, то придется, наверное, поставить все-таки движок помощнее, чтобы вытягивать груз. Потому что, ну, это может быть тяжеловато для него с таким двигателем. Не, ну, по грязи я имею в виду так. По дороге то понятно, что вытащит, а... Грязючки. Так, тут главное не... Ё-моё, чё тебя так кинуло там влево? Не повредить эту на камнях подвеску. Ох, у меня тут техники. Вот пятерочку заработали. А, это чтобы типа отремонтироваться? Ну, мне ж не надо было. Ладно, это мы оставим пока здесь. А, да, скаут. Хорошо. Пересядем на Хаммер и поедем. Осмотрим пик. Как я и говорил в конце выпуска. Что-то, кстати, затянулся. У меня серия получается. Длинновато будет, но ничего. Это сейчас у нас крайнее здание. Ух ты, что-то тебя так дергает хорошо. Давно я не катал на Хаммере. На стандартной резине, то есть Хаммер вообще шикарен, просто великолепен. Да, по льду, конечно, он ни о чем будет, но... Но, в принципе, то есть без... как там, высокая подвеска получается. И без вот этих больших колес, то есть, в принципе, все очень хорошо получается. Так, я боюсь, тут опять так же произойдет то же самое, что и с тем грузовиком, поэтому перейду на пониженную передачу.
поскольку тут не зря, ну, рекомендуется проходить скаутом. Ну, у нас вместо скаута будет хаммер. Но имеется в виду в том, что грузовик какой-нибудь там, то есть, не пройдет здесь. Отлично, отлично, вообще шикарно. Хаммер это вообще шикарная машина для проходимости вот здесь. Но там еще есть другая карта, то есть там другой регион получается, там где другая техника, то есть более такая советская, то есть там где КамАЗы, там в общем, вообще огонь, то есть. И там будет, по-моему, какой-то вездеход, то есть советский, я не помню какой, но отечественный такой производитель. Вот на нем, кстати, тоже интересно будет погонять, поскольку, ну, то есть все-таки тоже сделана моща. Так, давай плюсик поставим, да. Потом понизим опять. Все-таки снежная коробка стоит. Оп, тихо, надо использовать ее. Или как она там, снегоходная. Ага. Ага, я понял. Ну, ты ж на полном приводе, ну как так, а? Удлиненную лебедку рекомендую ставить в первую очередь. Если у вас есть доступ к удлиненной лебедке, ставьте. Очень облегчает прохождение игры. Ну, я имею в виду на скаут, хаммер, вот это вот такое, на такую легкую технику. Ну и коробку, то есть неоходную, то есть тоже рекомендую. Очень хорошая, мне нравится. Ох, капец, мы уже, кажется, подъехали, но, блин, вот это вот, я вот... Стремаю вообще здесь ехать, после того перевертыша. Ай-яй-яй, я прям как жопой чувствовал. Улучшения, а? Вот я так и знал, что здесь есть эти улучшения, которые уже на карте. Кстати, давайте посмотрим. А на карте оно не отображается. Вот так вот. То есть дальнейшие улучшения нужно находить самому. Найдено улучшение. Ну да, на карте оно теперь отобразилось, не? Да, теперь отобразилось, но... недоступно для... а для чего он доступен? Для... Катерпиллера. О, отлично. А, что теперь? Ускорить еще? Отлично. Ну, в общем, вот так вот. На сегодняшний выпуск мы, наверное, заканчиваем на этом счастливом моменте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.